дорогие друзья, в начале концерта прозвучала моя пьеса, пьеса, которая называется «Посвящение», и с этой пьесой я приезжал на первую программу с этим замечательным оркестром, которая называлась «Два маэстро». Родом я из города Красноярска, там начал заниматься исполнительством на домре, немножечко сочинять. И вот одно из первых сочинений, которые я написал, мы бы хотели сейчас представить вашему вниманию, это концерт. Концерт для домре с оркестром. Концерт достаточно большой получился, четырехчастный, идет около получаса. Но сегодня мы покажем только первую часть. И эту первую часть я начал писать еще в 12 лет, будучи учащимся детской музыкальной школы. И так случилось, что когда я писал эту музыку, к несчастью, ушел мой педагог, любимый педагог по сольфеджио, ушел из жизни. Это было для нас неожиданно, потому что мы с ней, в общем-то, работали над этой музыкой. Она меня консультировала по композиции, скажем так. И вот случилось такое несчастье. Я решил весь концерт, который я писал потом уже на протяжении 4 лет, посвятить моему педагогу. Итак, концерт для домре с оркестром, первая часть, апассионата. Концерт посвящается Клешневой Тамаре Васильевне, а согласилась сыграть этот концерт наша очаровательная, блестящая солистка Мария Сахнова, лауреат Всероссийских международных конкурсов.
Thank you.
А на исполнительский факультет я поступаю к нашему великому, величайшему, гениальному, не побоюсь этого слова, педагогу, композитору, исполнителю, профессору Александру Цыганкову. Недавно Александр Цыганков был у нас в гостях в рамках своего юбилейного тура, ведь в прошлом году Александру Цыганкову исполнилось 70 лет. Можно поаплодировать? Вот, и, разумеется, я не мог остаться в стороне, когда такое событие у твоего шефа, как это принято, да, называть, говорить, твоего шефа юбилей. И, конечно же, я написал произведение, пьесу для оркестра, которую ему посвятил. Пьеса так и называется «Навстречу юбилею». И очень такая интересная вещь про эту, так сказать, пьесу в теме, в самом зерне темки этого произведения зашифрованы первые буквы имени, фамилии и отчества Александр Андреевич Цыганков, ААЦ, что в переводе на ноты дает ля-ля-до. И, в общем-то, все это произведение построено вот на этих трех нотах. Итак, Артем Белов, «Навстречу юбилею», посвящение Александру Цыганкову.